Всем привет, ребят. Последний, я уже надеюсь на сегодня роллинг, и не надеюсь, это так и будет. Три аккаунта в районе 30к самоцветов, остальные там уже люди заснули, пока я им дописался, такие не отписались, но я ничего не могу сделать, потому что заявок реально много, я стараюсь их в порядке очереди рассматривать. Ну, в первую очередь, конечно, там, где больше самоцветов, поэтому я всегда говорю, если коллекционер, топите побольше от 40к. У нас первый аккаунт моего подписчика Виктора. Мы сейчас ему будем ролить самики. Ужин ронин. Вот так вот. Вот такой вот у нас аккаунт. 265 тысяч силы. Ну, почти донатный. 39 тысяч, в принципе, это не донат, находится в гильдии Забайкалье. Пост 3 15, 5 в 15:30, атака фортов 12, телеграм Леодимс ВК Безабайкал. Вот так вот, кидайте заявочки, вступайте. Поехали, посмотрим, что у него делается по героям. Будет три аккаунта. Опять же, раз, два, три. Пишите в комментах, какой. И на выходных мы, соответственно, трешуем. Так. Смотрим сюда. Чего не хватает? Заклинательница. Ну, а так, в принципе, неплохо. Рибит. Ронин. Вот так вот. Заклинательница, Рибит, Ронин. Неплохо. Ну-ка посмотрим, что по героям. Отлично. Ну, талантики на героях есть. Жить, в общем, можно. Да, неплохо, неплохо. Как для бездоната, количество героев, я вам скажу, офигенное. Окей, отлично. Ну, поехали. Первый наш роллинг. И сразу же нам не хватает просто места. Заклинательница, недостающий герой. Поздравляю. С пару тычек. Все как обычно. Химера. Да, Ронина, конечно, я только одного сегодня видел. Как-то аж странно. Реально, ну, роллинги сегодня просто, ну, частично идут, нормально, там, выбиваем, но если смотреть две, то, что сегодня еще и на трату акции, как-то оно все печально падает. Так, ниндзя. То есть эти аккаунты участвуют, там, три аккаунта в розыгрыше на пак. Там мы уже определимся ближе к выходным, какого вы все-таки выберете. Просто изи. Поздравляю, у тебя есть еще и Махатма. Не знаю, есть она у тебя или нет, но скорее всего не было. Ну, уже есть. Так, и Дракос у нас в конце. Забираем плюшки. Ронина, к сожалению, нет, но зато есть, я думаю, два недостающих героя. Так, ну-ка еще раз гляну насчет мохнатки. Ну, просто супер. Раньше ролили Фрей, теперь ролим мохнатку. Такс. Хочу открыть еще. Не понял. А что, все не влазит? Осталось такое, расходники в основном. Так, поехали. Надо еще посмотреть, какой же сетик. Психощит 5. Ну, все по максимуму. В общем, ребят, решайте. Это был первый номер. Поздравляю. 5 псих, как обычно. Трэш. Так. Окей, поехали на следующий аккаунт. Хорошее окончание роллингов 7-часовых. Я уже, честно говоря,
в ахере полном. Так, следующий у нас аккаунт. Влада. Что ему надо? Непонятно, что ему надо. Ну да ладно, поехали. Такс. Такс. А ну-ка, точно. Точно ли его? Да, его. Гильдии нет. Вот такой вот аккаунт. 27 тысяч самов. Аккаунт недонатный. По героям сейчас глянем, что там вкратце есть, чего нету. Так, ну, сами, в принципе, видите, Сердцеед, Коронина, Сура, Ворожей, Риббит, Афина, Буря, Фрея, Рину, Анубис есть, Бигфут, Заклинательница. В общем, есть чего убивать. Поехали. Фея, Душек. Так, Хранитель. Ну, этот аккаунт без доната. Там есть хоть чуть-чуть, но там, в принципе, на первом. Так, Риббит есть. Капитан Дрейк, Валентина. И, ну почему не Фрея? Так, рыцарь. Хранитель. Ну, купоны падают. Малышник. Ну, рандумчик. Еще один Риббит. Жесть. Еще один хранитель. Это, конечно, жестко. Ну, как видите. Седна. Ну, Седна у него, по-моему, есть. Бог Грома, думал, уже Бигфут. Так, окей. Седна у него есть, Анубис есть, ну, не знаю, хранителей набили ему, не надо будет за какашки эволюционировать. Вот такой вот у нас второй аккаунт, как видите, он еще не особо прокачанный, поэтому, если вам хочется, чтобы именно он получил ход конем, кидайте двоечку под видосом в комментах, а я уже рандомайзером посмотрю, проверю, сколько там чего было. Окей, поехали. Так, сейчас, секунду, я заберу все. Уже спешу. Хочу спать. Но еще не до сна. Так, забрали. Отлично. Поехали дальше. Поехали на следующий аккаунт, только сейчас проверим еще. Бастион. Ну, такой один психощит мы все-таки сегодня вытащили. Интересно. Такс. Поехали на третий аккаунт. Моего подписчика Николая. Бедный Нокс уже подвисает. Так, 30 тысяч самоцветов, аккаунт тоже как первый, в принципе,
35, там 39. Такое вот у него название, находится в гильдии тамплиеры. Первое, второе места, БГФ обязательно, факела строго 20-45. Кидайте заявочки, вступайте. Побежали, посмотрим. Давайте сначала посмотрим недостающих. Так. А, ну, без Фрея. Седна, Повелитель Були, Ворожей, Рибет. Ну, есть, есть. И героев недостающих, и имбовых ему не хватает. Так, окей. Поехали посмотрим, что у него в алтаре. Отлично, отлично. Так, Асура. Ну, герои как бы есть талантиками неплохими. Каменка, конечно, ему не особо. Вот так вот. Такс. Ну что, поехали. Третий аккаунт. Варлок. Ну, конечно же, без донатов больше все будут топить за второй, как обычно. Так, фея, горгул, купидон. Неплохо. Всадник. Повелитель бури. О, у нас там есть, по-моему, ПБшка. Нету. Отлично. Недостающий герой. Ну, просто супер. Очень интересно будет посмотреть на ваше мнение по этому поводу. Махатма. Блин. Сори, ребят. Заболел. Последний роллинг, целый вечер территорию, горло просто в ахуе от этого всего. Поздравляю, Махатма, у тебя есть уже герой. Поехали дальше. Жесткий сегодня у нас роллинги. Мохнатки падают только так. Так, сердцеедка, ибит. Призрачный. Короче, переключились с молодых тёлочек. Стрелок на стареньких. Вот так вот, фея. Ну, я считаю, более-более чем достойно нападала за такое количество самов. А вы уже напишите мне в комментах, что вы думаете, какой аккаунт, первый, второй или третий. Вот так вот, забираем Колю. Собрать. Собрать. Блин, а Ронин, конечно, падает сегодня очень плохо. Такс. Ну, в принципе, все. Не знаю, все заберем, не заберем. Ну, остальное он доберет сам уже. Чистит склад. У меня на это времени нет. Ну что, поздравляю. Неплохо нападало так. Можно, в принципе, продать. Ну, бастион. Вот так вот. Все, пишите комменты. В принципе, офигенный роллинг. Сейчас я еще уже не соображаю. Рибет был там, не было у него. А, и Рибета не было. Ну, в общем, отлично. Поздравляю. Все, 1, 2, 3. Пишите в комментах, какой вам понравился больше аккаунт, кому будет под конем. Все, всем удачи. Всем пока.